Всем привет! Совсем недавно я гостила в городе Санкт-Петербург и останавливалась в итальянских комнатах и апартаментах Пио на улице Маховой. Все достопримечательности находятся в пешей доступности, то есть все близко, все рядом. Стоимость проживания приемлемая. Что меня поразило, так это фойе. Здесь столько всевозможных экспонатов, очень интересно было их рассматривать. Покажу немного вам. На этаже находится несколько комнат, и каждая из комнат носит название какого-либо итальянского города. Над каждым номером висят таблички с наименованием города. А это дверь моего номера. Мой номер назывался Конка. Оформлено все действительно по-домашнему. А вот и рабочее место за компьютером, кому необходимо. А сейчас я вам... Так, это первый этаж. На первом этаже находится ресепшн и также находятся номера. А это мой номер. Это шкаф. Да, забыла сказать, что разуваемся и снимаем верхнюю одежду при входе на этаж. Всем выдаются тапочки одноразовые. Это санузел. Есть все необходимое. Все чисто, аккуратно. Постели немного помяты, мы немножко повалялись. Комната достаточно светлая, но сейчас уже вечер и окно зашторено. А вот и настоящий питерский дворик. Имеется телевизор. А это кухня-столовая. Здесь можно полноценно готовить. Она на меня произвела наибольшее впечатление. Здесь столько всего интересного. Очень много плакатов, всевозможных экспонатов. Имеется, соответственно, холодильник. То есть можно что-то приготовить, повторяюсь. А здесь вот в этой комнате барный стол со стульями. Чай и кофе плюс сахарный песок за счет заведения. То есть этим можно пользоваться сколько необходимо. Вот это, наверное, самая интересная комната в кухне-столовой. Высокий потолок, много растений, такой пейзаж на стене.
У меня остались только хорошие впечатления о этих итальянских комнатах. Очень радушный прием, милый персонал. Мне очень понравилось. И в следующий раз, когда я соберусь в Питер, я обязательно остановлюсь в Пио. Есть вся нужная посуда, вся необходимая. Это холодильник. В общем, обстановка, простите, прям такая домашняя. Ну, очень интересно, мне кажется, оформлено. Если соберетесь в Санкт-Петербург, рекомендую апартаменты, итальянские комнаты Пио.